Представляем вашему вниманию лот элитной бижутерии Darbern Kern. Вот, очень много кристаллов Сваровски. Просто от цвета этих кристаллов можно потерять зрение. Отличный лот бижутерии. Сейчас я подробно вам покажу каждую единицу бижутерии. Так, начнем слева направо. Такая цепочка, очень качественный металл, и процентов 80-90 здесь кристаллы Сваровски использованы. Так, я так понимаю, это открывается. Вот такая, не знаю, здесь фотографию, наверное, можно хранить что-то, или что-то такое секретное можно хранить. Такая подвеска, такой кристаллик здесь тоже представлен. Поехали дальше. Кольцо очень ярко, глубоко переливается. 75 евро стоило в Европе. У нас они намного дороже, если брать интернет-магазины официальные, то там намного дороже, чем в Европе. Здесь средняя себестоимость бижутерии от 70 до 150 евро. Возможно, в данном лоте дороже встретится. Мы по ходу дела увидим это. Так. Такое кольцо. Тоже кристаллы, но не такие блестящие, как в прошлом лоте, как в прошлом кольце. Вот. Тоже кристаллы переливаются. Шикарное кольцо, толстое, большое. Выбит бренд Darbern Kern. Очень оригинальная бижутерия. С кристаллами. А себестоимость бижутерии в данном лоте всего лишь 500 рублей. Вот. Но напомню, розничная цена в Европе порядка от 75 до 150 евро за единицу. То есть это порядка от 5 до 10 тысяч рублей. Это в Европе у нас значительно дороже, если в официальных магазинах. Так, была такая бижутерия с прошлого лота. Как открыть, я не понял. Наверное, зажимается и дергается. Но я думаю, вам виднее, женщинам, кто покупает данную бижутерию. Такой браслет. Такой вот браслет. Очень яркие кристаллы. Добротный материал, добротный металл здесь использован. Стоило 60 евро. 80 евро, 79 евро. Вот тоже такое красивое кольцо с переливающимся кристаллом. Так, такое кольцо тоже с кристаллами. 59 евро стоило в Европе. Такое вот. €79 стоило. Так, здесь внутри коробки тоже очень интересный лот, очень интересная бижутерия. Я ее покажу напоследок, так сказать. Самый вкусный. €75 стоил. Это подвеска. Данный лот можно сделать. Заказать, точнее, его можно. Такой жук. €75 стоил.
сережки с очень ярким переливанием кристаллов. Такое кольцо. Показывал, не показывал. А нет, похоже, я показывал. €79 стоило в Европе. Вот, выбито на металле бренд Darbern Kern. Тоже яркие кристаллы. Такая вот. Такое колечко. Очень красивые кристаллы здесь. Помню, себестоимость данной единицы 500 рублей у нас. Вот так вот. Очень. Для шеи, мне кажется, тяжеловато. 149 евро стоило в магазине. Вот такое вот. Ожерелье. 65 евро. Такой вот кристаллик. Так, я его не вскрыл. Другие посмотрим. Такой очень тоже красивый. 95 евро стоило. То travel и 100 life. Такие просто металл. Тоже очень глубоко переливается. Бижутерия. Очень много кристаллов. Дорого и богато смотрится. 79 евро. Вот. Тоже выбито бренд Darbern Kern. Такой розовый. Блеск. Обычные сережки. Вот крупный очень. Тоже подвесище, так сказать. Тоже с кристаллом. Очень глубоким. Очень ярким. Ценник
189 евро. Стоил он в магазине в Европе. Достойный экземпляр. Так, что же у нас здесь, да? Такая в коробке пришел. Так вот. Уже ожерелье, я так понимаю, или подвеска. Designer Limited. Видимо, тут дизайнеры. Дарвин Тёрн. А, да, это вот или создатели, дизайнеры. Гитте Дарберг и Хеннинг Кёрн. Так понимаю, это создатели, дизайнеры данной бижутерии. Кто знает английский, по-моему, это язык, тот может сейчас прочитать небольшую историю или описание данной бижутерии. В общем, так вот. Доставать я ее не буду. В общем, так вот она выглядит. Тоже все ярко переливается. К сожалению, сколько стоило это на рынке, в магазине в Европе, я не могу сказать, ценника нет. Но я думаю, не меньше 200 евро, это 100%. Потому что такой индивидуальной покупки бижутерии больше не было. Собственно, вот весь пакет. Принимаю ваши заказы на данную бижутерию. Пока она есть еще в наличии у поставщика. Но скоро уже закончится. Всем хороших покупок и продаж. Пока-пока.